Друзья, всем привет! С вами Леся, и сегодня хочу вам показать, что мне муж подарил на 8 марта. Да, 8 марта еще не настало, но мне уж больно было интересно заглянуть в эту коробочку, посмотреть. Поэтому я подарок получила раньше. Ничего страшного, такое тоже бывает и достаточно часто. В общем, суть в чем? Это коробочка от автоблогера Дубровский. Видите, написано «Синдикат Дубровский». Я, конечно, этого блогера не смотрю, потому что это автоблогер, мне такая тема неинтересна. И мой муж как-то меня позвал и говорит: «Смотри, у этого блогера проходит розыгрыш. При покупке женской коробочки, кстати, она стоит 3800 рублей, вы можете выиграть мини-купер». Это такая история еще, что я абсолютно не различаю машины. То есть они мне абсолютно безразличны. Кто там какие-то майбахи, шмайбахи, кайф, не кайф. Мне вообще пофиг по барабану. Мне машина, машина, ездит и ездит. Но я знаю, что такое мини-купер. И для меня это просто вау. Он такой красивый. Если бы я хотела себе машину, то хотела бы только мини-купер. И я муж говорю: давай, давай, вот закончим ремонт на квартире, насобираем и купим мини-купер. Он говорит: да, давай, ты получаешь права и будешь сама на нем ездить. Ну, друзья мои, какие права мне, потому что я не могу вписаться в проход между дверью, я себе такую уже заработала. Какие могут быть права я? Я такая... как бы так сказать, рассеяна, что ли, не знаю, растяпа, простыми словами, растяпа, плюс у меня один глаз почти не видит, не факт, что мне вообще разрешат эти права получить. В общем, говорю: конечно, нет, побойся Бога. Ну, я так утрирую, шучу, мы в Бога не верим, но так, условно, что ну я и права, ну, надо думать о людях, которые встретятся на моем пути. В общем, суть... такова, да, что муж покупает вот эту коробочку, и мы принимаем в розыгрыше мини-купера. Ну, выиграть только один человек, а сколько этих коробочек, неизвестно. Суть в чем? Конечно же, мне муж подозвал, говорит: вот, а мне интересно, да, почему бы не попробовать такие, это тем более уникальная коробочка, лимитированная, то есть у него есть коробочки мужские, есть коробочки для машин, которые на постоянном потоке он продает, этот блогер Дубровский, но женская лимитированная, типа к 8 марта. А у меня как раз еще было перед день рождения это все, и муж говорит: смотри, ты хочешь мини-купер, это все происходит, покупка перед твоим днем рождения, а вдруг мы выиграем, ну хочешь, не хочешь, я говорю: да, давай. В общем, если я выиграю мини-купер, вы об этом узнаете. Как это выглядит внутри? Внутри выглядит вот такая вот бумажка, красивая, розовая. Здесь, кстати, внутри у нас каталог, синдикат Дубровский, парфам. В общем, здесь описание, как у коробочек красоты, да, что здесь попадается, описание. В общем, все дела. Кстати, это концерн изготавливают эти продукты, которые мы сейчас рассмотрим. Концерна. Понятно, что это контрактное производство, то есть блогер заказал концерну под его бренд, да, произвести продукцию. Это Global Chemical. И этот Global Chemical, у него есть разные какие-то марки, которых я не знаю. Но я знаю единственную марку, которая принадлежит этому концерну. Это марка Базе, с которой я недавно познакомилась, и с прекрасным гелем Bubble Gum. Поэтому я так подумала, почему бы не попробовать продукцию. Видите, она вся такая... в одном дизайне, ну это понятно. Сейчас мы с вами разберем, что же туда входит, что я оставлю себе, что буду пристраивать. У меня, кстати, будет создан бокс такой под названием «Пристроить», и когда я туда наберу какое-то количество продуктов, я буду это пристраивать, скорее всего, продавать на Авито. Понятно, что там будет много продуктов за небольшую относительно стоимость. Ну что ж, давайте приступим. Здесь у нас крем-гель для душа.
Что, кстати, производится в Волгограде. Значит, этот крем-гель для душа, мы тут с мужем все раскрывали, нюхали, он пахнет каким-то творожком. То есть творожок, знаете, вот типа йогурта, а то есть творожок. Прям вот такой вот отчетливый, сладковатый запах творожка. Я, конечно, таким не буду пользоваться. Я сразу мужу говорю, ты будешь? Он говорит, ну да, он меня любит такие сладковатые ароматы. Говорит, нормальный запах. В общем, гель для душа отходит мужу. Следующее, что мы здесь находим, это у нас... Так, это бальзам для волос, а есть еще шампунь. Шампунь и бальзам для волос. И запах у шампуня, он, кстати, мне достаточно знакомый. Мне кажется, что где-то в какой-то продукции я этот запах слышала. Он едкий, я не люблю такие цветочные едкие запахи. Но как для шампуня я его оставлю, потому что, ну, нанес, смыл, забыл, как-то так. И нанес дальше бальзам для волос. Бальзам для волос... Тоже с таким запахом, но он немножко помягче, как-то так. Так, фокус. Следующее, что у нас здесь попадается. Праймер, спрей для волос обеспечивает комплексную защиту и уход. Кератин в составе позволяет придать гладкость, блеск и силу волосам. Вот такой вот продукт с очень большим объемом. Ну, в общем, я не любитель с такими вещами заморачиваться, со спреями для волос, поэтому я его буду пристраивать. То есть он у меня будет в коробочке на пристройку. Спрей для волос оставлять себе я не буду. Дальше у нас идет увлажняющий тоник для лица. Тониками для лица я не пользуюсь, они мне абсолютно не нужны, они на мне не впитываются, только вызывают прыщи, неважно какая фирма, будет это Дубровский или это будет у меня Dior Capture Total или что там Шисейда, неважно что, оно все одинаково на мне не подходит, поэтому тоник я буду пристраивать. Следующее. Это у нас мицеллярная вода, нужная вещь. Это, конечно, мне нужно. Это со мной остается. Смотрите, как красиво баночки выстроились, да? Следующее, это у нас пенка для интимной гигиены. Кстати, хорошо так, в общем-то, подобраны продукты в плане того, что полностью уход для волос, шампунь, бальзам, да? Для лица, для тела. Прикольно, грамотно, то есть все сделано. Запахи у продуктов не везде одинаковые. Тоник, мицеллярка, они вообще, как по мне, ничем не пахнут. Гель для интимной гигиены, какой-то такой травяной аромат, травянисто-косметический имеет, я бы так сказала. Это я оставлю себе. И дальше у нас идет скраб для тела. Скрабик для тела был запечатан, но я его открыла, все равно буду пользоваться. Он, кстати, в жизни более такой яркий, зефирно-барби цвет. Аромат печенюх. Да, я такие запахи не люблю, но он не термо-термоядерный и как-то, знаете, как-то в скрабе, опять же, нанес и смыл, и забыл. Скраб я оставлю себе. Так что вот такая вот коробочка мне досталась на 8 марта в надежде, что мы что-то выиграем. Что-то мини-купер. Если выиграем, вы об этом узнаете. Я буду об этом кричать. Если нет, просто попробую эту косметику. Тем более, это не какой-то ноунейм синдикат, да, изготавливают для Дубровски косметику, а вполне себе концерн, который делает марки, с которыми мы сталкиваемся в магазинах и так далее. Так что гель для душа я даю мужа, тоник и спрей для волос я буду пристраивать, а все остальное остается со мной. Так что вот, хотела показать. Кстати, знаете, ну так эпично смотрятся вот эти вот все баночки в коробке. Очень прикольно. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.